Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Художественный музей Адати, Япония. Тирасима Сумэй, танцовщица или майка. 1961 год, бумага, краски, панно, 72×44. Тирасима Сумэй изучала рисунок, каллиграфию, поэзию и литературу с детства. Изображения красавиц стали одной из его любимых тем, особенно в середине 1960-х. Мастер нарисовал десятки портретов майка. Майка – это ученица гейш. Данная работа – прекрасный пример его стиля. Майка представлена во всей прелести юной, еще естественной красоты, но уже постигающей искусство быть истинной красавицей, человеком искусства. Именно так переводится это японское понятие, характеризующее женщину в высокой степени, владеющую музыкой, танцами, грацией, искусством беседы, чайной церемонии и умением радовать взор своим обликом, регламентированным давними традициями. Ну вот такое описание я нашел в интернете к работе Тирасима Сумэй, танцовщица майка. 1961 год, бумага, краски, панно, 72×44. Все, пока-пока. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.